обычно, наша рыбалка начинается с гаража. Как говорится, любишь кататься, люби и саночки чини. Это поломка такая штатная, предсказуемая. Да. Вот, обувь, звезда горит. Вот. А тут у нас молодой человек приобрел новую палатку, утепленную. Все, сегодня он будет в тепле. И сквозь толстую стенку не услышит, как ругается на него молодежь. Ну что, посмотрим, как работает эта штучка. Что-то качает, смотри-ка, что-то бегает. О! Ну что, вроде. Мавроди. Ой, я ой. Думаю, что заведется сейчас сразу. Сегодня воскресенье, вторая попытка выбраться на акваторию. Вчера нагнало воды, выехать было невозможно, рыбалка вчера не состоялась. Сегодня вроде ветра нет, вода ушла. Температура где-то около минус 10, давление чутка растет. Короче, посмотрим, что сегодня будет, да? Будем смотреть? Всем привет! На якорке мы объединились и двумя экипажами едем через русло. Куда? Не знаю. Приедем, увидим. Так, ну, мы прибыли. Прибыли на место Вова. Расположились. Вот, первый отряд. Андрюха сверлит ломки. Там товарищ еще палатку установит. Вот моя хижина. Там Юра шуруповертит. И вот испытываю свою новую палатку медведь. Андреич тщательно прикручивает. Сегодня у него будет посветлее в палатке. С белыми стенками. Так. Ну что, располагаемся. Андрюха, это Гремиха? Мы на Гремихе? Вот. Андрюха сказал, что мы на Гремихе. Там вот где-то вон стоят избы. Вон. Ну вот, сидим, ждем. Вода убывает. Рыбы не прибывает. Пусто. Сегодня вот у нас вот такая картина. На Гремихе ничего не клювало, не дожидаясь, когда вообще ничего не поймаем, решили переехать на Кислуху. Вот люди еще сидят. Привет, 12 часов, сидим в Кислухе. Поймал 3 рыбники, и все, и клево перестало. Поставил я этой палатки, сидим. Теперь уже больше никуда перемещаться не будем. Да. Сегодня не клевый день. Сейчас пойду сниму городок. Вот люди сидят в Кислухе. Даже с печкой палатку устанавливают. Наверное, думают, что что-то будет твориться. Да. Все пытаются, все ищут что-то. Все, 2 часа, отсюда выезжаем. Вот, все, что я поймал в Кислухе. Да, день такой. Не клевый. Поснимать даже рыбалки не получается. Я уже одну удочку смотал. Сейчас потихоньку еще одну уберу. Будем собираться. Так.
Погода такая, что все едут за нами. Юра навигатор включил.